Всем привет, мои юные любители порно. Сегодня воскресенье, время 7 утра. Иду вот на основную работу, да. Дополнительные работы я сейчас убрал у себя, потому что, собственно говоря, как это называется, скажите, диплом пишу. Вот. Поэтому не такой уж и большой достаток сейчас. Но ничего страшного, я так думаю. Вот. Что тут? Некоторые изменения в моей жизни происходят. Такие. Не скажу то, что глобальные, но так интересно смотреть, наблюдать, как это все происходит. А происходит следующее. Короче, один тип, это началось еще где-то в июне месяце, если перемотать предыдущие видео, там есть эта история о том, как помогал девочке переехать, да? А вот. И вот ее... Она, короче, к нему вернулась. Здравствуй, Санта-Барбара. Она к нему вернулась, короче. Вот, он сейчас на полгода улетел в командировку. Вот. А так как она к нему вернулась и живет в соседнем доме, и мы до сих пор общаемся, вот, то что произошло? Совершенно верно. Вот, совершенно верно. Я тут на днях ее выебал. И она... То есть я не знаю, как, что у нее там в голове творится, что за демоны там совокупляются. Вот. Она, наверное, думает то, что... как бы... Она меня там подзацепила, все дела. Не, девочка эффектная, конечно, но... В целом она мне нахер не нужна. Меня устраивает... мой устой жизни, меня все... вполне устраивает, как я живу. Но если она хочет, чтобы я ее, скажем так, пользовал, то я только за, собственно говоря. Вот, такие изменения у меня. Так забавно за этим наблюдать. Я, говорит, с ним сама разберусь, сама поговорю. Там, туда-сюда. Такие дела. Вот. А я про себя такой думаю, о чем ты с ним будешь разговаривать. Ну, типа, она, наверное, думает, что она сейчас с ним расстанется, со мной будет мутить. Мутить, блядь, в 36 лет дядька говорит мутить. Ну, типа, там, встречаться, все дела. А мне же это нахер не надо. Ну, во-первых, я знаю, какая она. Ну, из разряда то, что, как бы... А мне изначально говорила, все всем изменяют. Мне это нахер надо. Как бы прям от слова совсем мне это не надо. Зачем мне, бляди, нужно? По факту. Поэтому веселье час, как говорится. Ну, ничего, я не страдаю по этому поводу. Вот. Ого. Что это тут? Я что-то пропустил. Деревья попадали. Смотрите. Там что-то прям вообще... Видали? Ужас какой-то. И там дерево упало, и там дерево упало. Я что-то пропустил, видимо, тут это. Какой-то ураган, что ли, был. У-у-у. Прикольно. Живем дальше. А вот. Ну, собственно говоря, вот это вот... Все новости мои. Все. Всем мир. Любите маму с папой. И хорошо-хорошо учитесь. Для того, чтобы потом впоследствии вот за такими дурами наблюдать и наслаждаться жизнью.